Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала Бутлегер. Читая ваши комментарии по поводу предыдущего видео о сетке Панченкова, я ее, да, до сих пор еще не пользовал, как лежала, так и лежит. У людей начали возникать вопросы. Сейчас вот я просто собрался провести эксперимент. Месяц назад ставил виноград бродить. Уезжал. То есть месяц просто простояло. Там часто в группах задаются вопросы. Вот уезжаю на вахту, что будет? В общем, ничего не случается. Под гидрозатвором. Сейчас ее буду перегонять. На вино как-то не хочу, она с гребнями совсем. Итак, о сетке. Одну секундочку. Ой. Комментарии. Пользователь FixLife оставил комментарий. Я не хочу тебе что-то доказывать, так как ты заинтересованное лицо. Был бы обычный обзорщик, то сделал бы хоть какие-то тесты. Элементарно магнитом проверить, хоть может это китайское объединенное. Еще раз повторяю, друзья, это Екатеринбург от производителя. Для тех, кто, ну, не верит. Я сам из Челябинска. Ну, заинтересованное, незаинтересованное лицо, это... Нет, не заинтересованное. Я за правду. У меня вот в руках неодимовый магнит. То есть магнитит. Видите, вот. Ложечку хорошо. Причем ложка нержавейка. Совдеповская. Нержа. Тут у меня вот еще одна тарелочка рядышком стоит. Вон, видите, не оторвать. Медь. Вот смотрите. Медь. Никак вообще. Нержавейка. Вообще никак. На магниты не реагирует. То есть. Как-то так. Обманывать смысла нету. Медь реально хорошая. Качественная. Сейчас я покажу, какая у меня. Еще до сих пор стоит в аппарате. Не доставал. Знаю, что она умотанная. Не мыл. После последнего использования. Просто покажу для вида. Так, что тут еще по комментариям? Купленная в магазе будет лучше. Так, это я отвечал. Так. Произнохраченную тут спрашивают. В общем, комментарии можете почитать в описании к видео. Ну, будет сверху. Выплывет о сетке Панченкова. Тут доказывают, что мне... Пам-пам. Доказывают, что там меньше, чем за 400 рублей. Она не может быть качественная. Опять же повторюсь, в магазинах, когда вы ее покупаете, есть такие прослойки, как оптовик, дальше доставка, дальше накрутка магазина и прочее, прочее. Это цена от производителя. То есть, минуя все доставки, минуя все там магазинные накрутки, оптовиков, если магазины покупают у оптовика непосредственно. Соответственно, цена получается ниже. Ну да, будете, когда получать, вам придется заплатить за доставку. Транспортной компании, либо Почте России, там, это несколько другое. Соответственно, ну, смысла нет покупать 1 метр, 2 метра. Брать так сразу в складчину 10-15 метров. Будет намного дешевле. По той же доставке. Будет выгоднее. Я доволен. Меня тут тоже упрекнули. Вот.
вместо того, чтобы бухать, еще бы обзоры сделал. Ну, насчет бухать, это мое личное право. Хочу, бухаю. Хочу, просто рассказываю. Если вы не пьющие, тогда зачем смотрите канал о самогоноварении? Ну, сейчас покажу свою сеточку и начну перегон. Вот моя нержавейка. Еще раз повторяю, я ее не мыл. Только вот сейчас достал из аппарата. Ну, в принципе, сейчас ее промою. Тоже 4 нити. В принципе, нержавейка ничем не отличается. То, что получил, это еще у меня нормально. Еще поработает медь, какая у меня была. Вот смотрите. Во-первых, не рифленая. Видите? Видите, до какой степени она умотана. Кому вот было интересно, что после одного перегона. Вот с нее аж сыпется вот все. Она уже все, она изнахрачена до нельзи. Причем тоже была когда-то 4 нити. Наверное, даже больше. Нет, 4. Ну вот, она вот находится вот в таком состоянии, ее уже, ну, нецелесообразно даже. Видите, тоже не магнитится. Тоже хорошая была. Тоже ничего не магнитится. Но она уже устала. И сильно устала. Так что она пойдет у меня в мусорку, а буду пользовать новую. Долго. О, свинарство какое с нее насыпалось. Помощница пришла. Итак, сам процесс перегона не вижу смысла даже снимать дальше. Залил сейчас брагу, перегоню, потом перегоню еще на один раз. Подведем итоги сегодняшнего видео. Сетка от производителя полностью медная, полностью нержавейка. Брага, оставленная на больше чем месяц, которой никто не прикасался. Не прокисла, не закисла. Годна к перегону. В конце видео я вставлю небольшую вставочку со спиртуозностью второго перегона. Покажу это. То есть, если в брагу не попадает воздух, она герметично закрыта, с гидрозатвором фруктовой браги ничего не случится. В уксус она точно не превратится без кислорода. Ну, на этом у меня все. Всем спасибо. До свидания. Ставим пальчик вверх. Не забываем подписаться на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка в описании.
До свидания. Ну, получилось у меня 1,5 литра дистиллята. Температура 17. Сейчас крепость покажу. Порядка 85 градусов. Для моего аппарата это великолепные показатели. Ну, теперь все. До свидания.